коварен враг. Товарищи, поверьте, он спит и видит взять нас на испуг. Ответим же ему презрением к смерти, так говорил танкистам политрук. Еще Чапай в психической атаке умел давать решительный отпор. Пусть знают все фашистские собаки, что мы не стали трусами с тех пор. А страху глаз и рта мы не раскроем. Не страшен нам ни дьявол, ни дракон. Покажемте врагу, что быть героем у нас обычай общий и закон. Старайся быть в бою из первых первых. Бежит от храбрых смерть, и враг бежит. Стремится враг ударить нам по нервам, так пусть же сам от страха задрожит. Итак, вперед, друзья, и слава смелым! Так политрук закончил речь свою и танк повел, чтобы геройским делом свою беседу подкрепить в бою. Был сам он худ и небольшого роста, но выше всех казался он бойцам. Был сам он прост и говорил он просто, но придавал отвагу он сердцам. И через день, в скупой и краткой сводке, их смелый подвиг упомянут был. И политрук на митинге коротком сказал: «Ну вот, я правду говорил».